Сургутянин взял кредит на другого человека. Полицейские возбудили уголовное дело. Оказалось, мужчина продал машину, а чуть позже, когда деньги, вырученные от сделки, кончились, использовал паспортные данные покупателя, чтобы оформить кредит. Месяц спустя организация начала требовать деньги с пострадавшего. Он обратился в полицию. Если обманутый сургутянин остался при своих, то микрофинансовая организация потеряла деньги. Именно по поводу мошенничества югорчане чаще всего обращаются в полицию. Только в Сургуте с начала года поступило 700 заявлений. Большинство из преступлений совершались в интернете или по телефону.